Давай продолжим разбирать маркетинг-план Вилови. И сейчас я тебе расскажу про бонус наставника. Итак, это фактически бонус за подписку. И у него есть такая, знаешь, вечная составляющая. Давай разбираться. Ты подписал клиента или партнера, неважно. Важно то, что он по какой-то причине будет делать свою активность хотя бы 50 PV. Либо он покупает продукт для своего домохозяйства, либо он делает активность, чтобы получать бонус. Какая тебе разница? Но за каждые его 50 PV ты получаешь 800 рублей каждый день. Ого, каждый день, было бы здорово. Каждый месяц. Каждый месяц 800 рублей. И если у тебя в первой линии партнеры делают то же самое, и у тебя статус стартап, то они получают 800, а ты со второй линии, соответственно, по 200 рублей с каждого. Если в третьей линии у тебя люди делают то же самое, то первая линия получает твоя 800, вторая линия получает 200, и ты тоже получаешь 200, если у тебя вход на бизнес-пакет. Теперь давай посчитаем. Если берем только первую линию и только 800 рублей, и предположим, что это на 10 лет, 10 умножаем 10 лет на 12 месяцев и на 800 рублей, получается 96 тысяч. Почти 100 тысяч рублей с одного постоянного клиента или партнера. Прикинь, вот, например, я покупаю продукцию Вилови уже 12 лет. Каждый месяц, и это больше, чем на 50 PV. Представь, у тебя таких людей будет десяток. Значит, у тебя уже миллион. Представь себе, таких людей у тебя будет пяток. 5 десятков. Извини, это уже квартира. Да, не сразу, но это только один бонус. Бонус наставника. Офигенский бонус.